Уже в эти выходные в Ульяновске пройдут выпускные вечера выпускников школ 2017 года. Почти 3000 выпускников, 308 из них получат медали за особые успехи. Об итогах проделанной работы в сфере образования за этот год рассказал глава города Сергей Панчин. В соответствии с майскими указами президента 2012 года я информирую вас о том, что все положения, все 6 указов город Ульяновск выполняет. Мы, касаясь тоже и образования по повышению заработной платы, по другим вопросам социального значения, мы перед образованием, перед работниками образования не в долгу. На будущий учебный год в областном и городском бюджете заложено в общем объеме около 180 миллионов рублей. В 2018 году планируется строительство 2 новых школ в микрорайоне Репино и Запад-1. Также на заседании отметили, что в ближайшие дни будут подведены итоги о результатах государственных экзаменов. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.